В регионе стартовал осенний призыв. В Ненецком округе он единственный и официально начинается только в ноябре, тогда как в других субъектах служить в армии новобранцы уходят раньше. Впрочем, важной роли это не играет. Бегать в каске на голове и с автоматом в руках всем предстоит одинаково, ровно год. В 2014-м на защиту Родины из региона отправится чуть более 150 человек. Это примерно столько же, как и в прошлый призыв, говорят в военкомате. Наш корреспондент Олег Хатанзейский побывал на солдатских проводах. Армейский полубокс этой осенью снова на пике моды. Перед собой военный билет с надписью «Мобилизован» и пакет с самым необходимым. Зубная паста, щетка, бритва и тетрадь. Все остальное им ни к чему. На защиту Родины готовы встать еще 10 человек из Ненецкого округа. Парни хоть и волнуются, но не показывают этого. Службу обещают нести достойно, а родителям твердят, чтоб не переживали. Но даже это не успокаивает матерей. Ведь для многих это первое долгое расставание с сыновьями. Ирина Ардеева в армию сегодня отправляет хоть и не родного сына, крестного, но слезы все равно сдержать не получается. Детей всегда сложно отпускать. Потом был самый маленький. Да вроде должен кто-то защищать. Все дети наши уже послужили. Вот нас последний. Краткий инструктаж из уст военкома, затем напутственные слова. Будущие солдаты готовы к службе. Проводить молодых людей в новую жизнь пришли их друзья, родные и близкие. На прощание дают всего несколько минут, затем командуют по машинам. Ну, это, собственно, тот самый момент волнительный, когда у парней осталось всего лишь несколько минут, чтобы попрощаться с родными. Они уходят ровно на один год служить по всей стране. Кто-то в ВМФ, кто-то в ВДВ, кто-то в ракетные войска. Сейчас они сядут в машины и уедут из Нарьян-Мара на 365 дней. Что ж, будем встречать их ровно через год уже здесь, в Нарьян-Маре, с военными билетами и настоящими мужчинами. Желание есть, служить надо. И там и подумаем, учиться будем, наверное. Последние дни как привел перед армией? Ну хорошо, это настроение веселое было, там жизнерадостное, и там все отлично будет. Служить нынешним призывникам предстоит по-прежнему всего год. Причем потратят они его на физическую и боевую подготовку. Так обещают в Министерстве обороны. Кстати, традиционно всем родам войск наши призывники предпочитают воздушно-десантную и морскую пехоту. Элита. Однако, где точно придется служить, новобранцы узнают лишь на областном сборном пункте, что в Архангельске. Как правило, большинство ребят из нашего региона распределяют в части в пределах Западного военного округа, поближе к дому. Олег Хатанзейский, Александр Дуркин, телеканал «Север».